Футбол на цветочных клумбах. Самарка, город, принимающий чемпионат мира, разрабатывает ландшафтный дизайн со спортивной тематикой. Цветочные композиции появятся в нескольких точках города. Кроме того, горожане смогут увидеть в этом году 12 новых шедевров топиарного искусства – фигур из цветов и растений. Самара претендует на звание самой благоухающей и цветочной столицы Поволжья. Теплицы спецремстрой Зеленхоза подготовили цветочную рассаду – саженцев на треть больше, чем в прошлом году. Не только для парков, скверов и набережной, но и по заказу частных предприятий. Рассада в необходимом количестве выращена. Пожалуйста, обращайтесь. Мы все уже можем отпускать и отпускаем. В Самаре активно реализуется программа «Цветущий город», принятая по инициативе главы Олега Фурсова. Площадь цветников увеличится на 24% и к концу июня составит около 20 тысяч квадратных метров. Это клумбы, вазоны и подвесные кашпо. Сейчас цветами оформляют газоны вдоль улиц, входные группы предприятий, а также территории школ, детских садов и лечебных учреждений. Задача глава, который ставил нам, именно выйти из стен заборов, в частности, и тех учреждений, которых я назвал, плюс цветочное оформление дворов, квартальных территорий, прилегающей территории, она должна быть заметна для горожан. Красота цветов и их аромат не оставили равнодушными и предпринимателей. Владельцы магазинов, парикмахерских и кафе тоже начали разбивать клумбы. Присоединяются и жители. В своих дворах люди не просто сажают цветы, а создают из них настоящие шедевры ландшафтного дизайна. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.